Сегодня мы приготовим яблочно-тыквенное пюре для детского питания с помощью блендера Vitec VT3414. Нам потребуется одно яблоко, 100 грамм тыквы и 120 миллилитров воды. Тыкву нужно очистить и нарезать кубиками. Яблоко очистить, разрезать на 4 части, удалить сердцевину и также нарезать кубиками. В чашу мультиварки поместить яблоки, тыкву, налить 120 мл воды, включить режим варки на 10 минут. Когда режим окончится, дать фруктам немного остыть, переложить тыкву и яблоко в стакан блендера и измельчить с помощью насадки блендера на первой скорости в течение 20-30 секунд. Готовое пюре переложить в пиалу. Яблочно-тыквенное пюре для детского питания готово. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.